Приветствую вас. Есть вещи, которые не стоит трогать. И есть поступки, которые не следует совершать. Хорошо, если хватает мудрости сделать правильный выбор. Но если дело касается мистики, люди чаще всего выбирают ложный путь. С вами я, Виктор Вержбицкий, и программа «Мистические истории». Сегодня в программе. Молодой журналистке поручают расследовать череду загадочных убийств в деревне. Девушка узнает, что в этом замешана ведьма. Поверит ли ей кто-нибудь? Женщина решается приворожить любимого, но по неосторожности путает чашки с приворотным зельем. Теперь она привязана к любимому. И не в реальной жизни, а в параллельном мире сновидений. Как легко иногда люди судят других. И даже не успев разобраться в ситуации, приклеивают друг другу ярлыки и выносят приговоры. Приговоры, которые могут стоить человеку жизни. Яна, 23 года. Начинающей журналистке поручили расследование. Девушка узнала правду. Только вот вряд ли кто-то поверит в такое. Яна все еще оставалась стажером в телекомпании. Это был ее первый самостоятельный репортаж. От успеха зависело многое. Девушка мечтала о месте штатного сотрудника. Яна нервничала. Ей предстояло провести настоящее журналистское расследование. Узнать истинную причину череды загадочных смертей в этой деревне. Официальная версия – эпидемия инфекционного заболевания. Но в деревне поговаривали о проклятии ведьмы. А что об этом известно местным жителям? Яне сразу показалась странной вся эта история. Не то чтобы она верила в ведьм, но интуиция ей подсказывала: эту версию нельзя сбрасывать со счетов. Журналистки сообщили, в семье Еремеев тоже случилось несчастье. Умерла их маленькая дочь, Наташа. Яне было тяжело задавать подобные вопросы, но смерть Наташи была последней в тот момент. Разговор с этой семьей мог пролить свет на тайну. Нужно было перебороть неловкость. Пара согласилась поговорить с Яной. Телевизионщиков позвали в дом. Ведьму не любили в селе. И, скорее всего, смерти были именно в тех семьях, с кем конфликтовала эта женщина. Это была месть, скорее всего. Девушка продолжала свои расспросы.
Местные жительницы были уверены: во всем виновата ведьма. Жила тут одна полоумная бабка, ненавидела всех и вся. Да вот пропала с полгода назад. Но женщины считали, смерть их односельчан ее рук дело. Однако повторить свои слова на камеру они отказались. Яна была расстроена. Журналистка была уверена, она видела в ведре кровь. Это нужно снять. Но как только оператор включил камеру, в ведре снова была простая вода. Яна чуть не плакала от разочарования. Олег ей не верил. Не поверят и зрители. Дед так пристально за ними наблюдал, он наверняка что-то знает. Старик был в ярости. Он буквально вышвырнул Яну за порог. Как ни колотил Олег в дверь, ему больше не открыли. Юная журналистка, конечно же, мечтала о высшей премии за свой репортаж. И поэтому она поехала в данную местность уже, по сути, подготовленная к магии, мистике и чему-то сверхординарному. Есть понятие коллективного бессознательного. Это состояние толпы, которая в одно и то же время как бы заражает друг друга некими идеями, насыщает голову видениями, пониманиями. Вот так люди, например, в толпе могут видеть вместо звезды НЛО. Или видеть в нормальных действиях какого-либо лица угрожающие действия. То есть люди проходит эскалацию, эмоциональную эскалацию друг с другом. Поэтому, когда журналистка, которая тоже еще, наверное, не так много видела, и, конечно же, находилась в состоянии и возрасте романтизма, готовности к чуду, к магии, волшебству, она попала под влияние более взрослых людей, которые были уверены в том, что это есть. У Яны начались странные видения. Как будто старая ведьма подсказывала ей: ее догадки верны, надо копать дальше. Девушка больше не могла сомкнуть глаз. А вдруг это не просто сон? А если это знак? Темная фигура шла прямо на них. Но к разочарованию журналистов странный дед оказался всего лишь отцом Вячеслава Еремеева и пришел к сыну. Мужчина объяснил: папа не в себе после смерти внучки,
совсем обезумел от горя. Привычный пейзаж города, конечно же, отличается от ночного пейзажа деревенской местности. Там много незнакомого для человека, выросшего на асфальте. И поэтому журналистка, уже подготовленная к восприятию чего-то необычного, конечно же, это видела. Какие-то светлячки, какие-то огоньки, но сознание, которое ожидает увидеть это, уже рисовало сложные картины, силуэты, и шло по следу темных сил. Яна была уверена, с Еремеевым-старшим не все так просто. Не такой уж он безумный, каким хочет казаться. Журналистка поклялась себе выяснить, что скрывает старик. Она велела Олегу не выключать камеру ни при каких обстоятельствах и снимать все, что будет происходить в доме. Яна уже видела такой топор в своем сне. Неужели она права? И Петр Наумович Еремеев замешан в исчезновении ведьмы. Еремеев заметно занервничал, увидев портрет. И неожиданно заговорил. Эта женщина действительно жила в их деревне. Кто-то считал ее умалишенной, а кто-то ведьмой. Но все старались обходить ее стороной. У бабки была дочь, Варя. На беду она влюбилась в Вячеслава Еремеева. Часами простаивала у их дома. И сам Вячеслав, и его отец прямо говорили ей: зря она к ним ходит, взаимности она не добьется. Слава любит другую и скоро женится. Да и мать Вари ругалась: нечего сюда таскаться. Эта семья дурная, и Славка не для нее. Но Варя и слышать ничего не хотела. Она любила только Славу, и никто на свете ей больше не нужен. Варя больше не могла выносить этих страданий. Без Вячеслава она не хотела жить. Девушка решила покончить с собой. Нельзя ни в коем случае убивать любовь. Даже если нам очень сильно не нравится партнер нашего ребенка, горячо любимого, да, если мы точно знаем, что это нашему ребенку не пара, если там есть чувства какие-то, мы не имеем права вмешиваться в чужую личную жизнь. Потому что это всегда заканчивается искалеченной судьбой. Лучше они потом разойдутся, поймут, что, в общем, все было плохо, придут и скажут честно: мама, ты была права, чем если мы их насильно разлучим, и вам потом человек, спившийся, какой-нибудь там сколовшийся, с неудачной жизнью, скажет: мама, ты знаешь, вот если бы ты вчера, вот, ну, в прошлый раз вот так вот так не сделала, если ты меня не разлучила, у меня было бы в жизни все по-другому. Совсем обезумевшая от горя мать Вари принесла тело дочери прямо с петлей на шее
к дому Еремея. Она осыпала отца и сына бранью. Ведьма прокляла весь их род. Никто из них не будет счастлив. Почему повесилась эта девочка, дочка ведьмы? Потому что люди, которые несут в себе вот это кровное, ну, кровное начало, эзотерическая, ну, способность вот этим вот знаниям, да, они, с одной стороны, вроде бы более защищенные, а с другой стороны, они гораздо более нервно и трепетно воспринимают окружающую среду. Им гораздо больнее и хуже жить на этом свете, чем простому, нормальному, хорошему человеку. Или простому, нормальному, плохому человеку. Вячеслав Еремеев действительно очень скоро женился, и у них с Мариной родилась дочь. Семья не могла нарадоваться на маленькую Наташеньку. Особенно ликовал дедушка. Но ведьма не давала о себе забыть. Петр Наумович знал, нашедшая бабка не оставит их в покое. Он следил за ней и днем, и ночью. Ведьма шла с топором прямо к их дому. Петр Наумыч бросился ей наперерез. Он защитит свою семью во что бы то ни стало. Это убийство. То есть человек сначала защищал своего сына, не надо водиться с этой девочкой, потом он начал защищать свою внучку. Убийство – это само по себе проклятие народа. Над этим ребенком смерть была еще до того, как она родилась. И не хотела рождения этого ребенка. Я вижу даже картинку, как она пытается убрать этого ребенка. То есть делает на него что-то и пытается ее убирать. Естественно, девочка очень болезненная была. Скорее всего, иммунитет у нее очень пониженный был. Я слышу, она покашливала постоянно. Часто и ангины у нее были. Но проблема идет в правую сторону. Скорее всего, от ведьмы. Останки старухи Петр Наумович бросил в болото. Вот только внучку он так и не уберег. Наташенька все равно умерла. Яна была первой, кому Петр Наумович рассказал об этом. Он понимал, скорее всего, теперь его ждет расплата. Но старику стало как-то легче после такой исповеди. Яна испугалась не на шутку. Из-за этого расследования у них одни неприятности. Кажется, Олег серьезно повредил ногу. Нужно хоть как-то обработать рану до приезда врачей. Яна была в шоке. Она видела старуху своими глазами. Она была точь в точь, как в ее сне. Возмездие не заставило себя долго ждать. От ужаса она не могла вымолвить ни слова. Да что-то произошло, Ян! Девушка понимала, что ей снова никто не поверит, и решила молчать. Первое, что начинает делать человек, задумываясь о собственной виновности, это пытаться переложить вину либо на кого-либо, либо на что-либо. И поэтому самое простое – это опять-таки взять мистику. Знаете, мне кажется, что самое простое объяснение, которым можно объяснить убийство, воровство и все остальные темные вещи, которые может произвести человек, это объявить его условно невменяемым или призвать темные силы на помощь.
Яна завершила расследование. В репортаже она рассказала о том, что причиной смерти жителей деревни стало отравление водой из болота, которая просочилась в колодец. Мечта Яны сбылась. Репортаж понравился начальству, ее приняли в штат. Впереди у нее было много интересной и сложной работы. Олег по-дружески ободрял Яну. Молодец, что про колодец догадалась. Выкопают новый, а то так бы на ведьму все и валили. Но Яна почему-то шутку не оценила. Девушка была разочарована. Ее карьера началась со лжи. Яна смолодушничала и никому не рассказала о тех событиях, свидетелем которых стала на самом деле. И только ведьма была ей благодарна. Это не трупный яд. Дело в том, что человека убили в гневе. Человек, умирая, тоже гневался. То есть это не то, что человек сидел несчастный весь в подвале, его застрелили, он ждал смерти. Человек был в гневе, и эта энергия гнева, она в нем осталась. Это очень сильный энергетический выброс, тем более, что, судя по всему, у этой женщины не было продолжения рода, и вся эта энергия, она просто ушла. А уходила она, извините меня, на третий день, на девятый день и на сороковой день. Вода – это самый главный носитель энергии вообще в принципе. Мы можем на нее наговорить гадостей, дать человеку, человек будет себя чувствовать плохо. Можем сказать человеку: ты здоров, я тебе желаю всего-всего-всего самого хорошего, искренне, и человеку станет легче. То представьте себе, какую воду пили люди, с какой энергией люди пили воду. Опасаясь за жизнь и здоровье членов своей семьи, пожилой человек совершил убийство. И какие бы цели он при этом ни преследовал, факт остается фактом. Преступление должно быть наказано. И если не земным судом, то высшими силами. Каждая девушка мечтает о счастье, любви, свадебном платье и принце на белом коне. Но иногда осуществление этой мечты приходится ждать очень долго. И тогда нужно либо отказаться от счастья, либо выдумать его. Марина, 34 года. Решила приворожить любимого, не понимая, что все должно происходить своим чередом, без вмешательства магических сил. В этом дневнике была вся история ее любви от начала до конца. Она и сейчас помнила все в мельчайших подробностях. Марине было уже за 30. Жизнь давно превратилась в рутину, призвание свое потеряла. Она мечтала стать художницей, а работала медсестрой. Семьи не создала, даже любовника у нее нет. Автобус остановился на светофоре, и ее взгляд упал на водителя автомобиля. Хоть у кого-то хорошее настроение. Молодой человек просто излучал оптимизм. Марина невольно улыбнулась. Водитель улыбнулся в ответ. Не ей. Загорелся зеленый, и он умчался. Молодой человек в автомобиле никак не шел у нее из головы. Марине было ужасно грустно. Ведь это был ее идеал мужчины. Но такой на нее никогда и не посмотрит. Я думаю, что если бы
родители, вместо того, чтобы грозно говорить «учи уроки, приходи домой вовремя», иногда ей еще рассказывали, что она красавица, она принцесса, она достойна любви, то она бы не отрицала сам факт существования рядом с собой людей, которые не могут ею заинтересоваться. Вот эта низкая самооценка девушки, когда она говорит «этот принц, он прекрасен, он божественен, но я не для него». Потому что он никогда не заинтересуется мною вот такой дурнушкой, мышкой с хвостиком. Когда человек живет иллюзорной жизнью, то есть когда он плохо воспринимает реальность, когда он не верит в то, что в этой реальности может быть что-то хорошее, и на самом деле, как бы ни была, какая бы ни была у нас грустная, безрадостная, тоскливая жизнь, мы обязаны находить в ней что-то хорошее. Это вопрос веры. По вере и воздастся. Марина вернулась к своим повседневным обязанностям. Лекарствам, капельницам и уколам. Одна из пациенток раскладывала карты. Медсестра пошутила, мол, нагадали бы и мне счастье. Женщина взглянула на Марину и сказала, что та скоро встретит свою судьбу. Девушка только улыбнулась. Она уже давно ничего не ждала. Марина погрузилась в мысли об утренней встрече. Она нарисовала портрет того мужчины по памяти. Ее прервала та самая пациентка, предсказавшая ей судьбу. Если мы умеем визуализировать, нарисовать, склеить какой-нибудь коллажик, что-то описать по этому поводу, да, какую-то информацию внести в энергетический поток, который нас окружает, он неизменно притянет к нам определенные события во внешней жизни. То есть чем сильнее мы вкладываем какую-то энергетическую информацию, тем больше получаем отдачу. Просто не стоит забывать, что, опять-таки, пути Господни неисповедимы. И каким образом оно к нам придет, и как быстро, это на самом деле неизвестно никому. Марина, конечно, не отнеслась к ее словам в палате серьезно, но все же попросила женщину погадать ей. Почему-то эта гадалка внушала Марине доверие. Ей хотелось думать, что все так и будет. Карты говорили, что девушка очень скоро встретит того, о ком мечтает. И встретит прямо здесь, на работе. Марина начала ждать суженого. Она преобразилась и расцвела. Ее единственный должен увидеть ее такой. Красивой, веселой, уверенной в себе. Марина спросила у медсестры Кати о новых пациентах и отправилась в палату. Но, к великому сожалению, это был не тот, кого она ожидала увидеть. Эх, зря она поверила картам. Они все наврали. Ну что делать такому мужчине в больнице? Марина обомлела. Она не верила своим глазам. Перед ней стоял он, тот мужчина из автомобиля. Он что-то спрашивал у нее, но Марина не слышала его. Она растерялась, начала мямлить что-то невнятное. В итоге ее напарница перехватила инициативу.
мысль о той пациентке, колдунье. Марина пришла к ней в палату. Девушка сообщила, предсказание сбылось. Мужчина ее мечты здесь, в больнице. Нельзя ли теперь сделать так, чтобы он влюбился в Марину? Колдунья знала, как приворожить любого мужчину. Она рассказала девушке, что надо делать. Марина провела обряд точь-в-точь, как сказала знахарка. Заранее подготовила все ингредиенты для приворотного зелья, выучила слова заклинания. Девушка все время держала в голове образ Сергея и верила, теперь он ее навеки. Марина вылила зелье в чашку с чаем и попросила Сергея составить ей компанию за чаепитием. Она была уверена, приворот сработает. Осталось совсем немного подождать, и Сергей уже не сможет жить без нее. Никто другой ему просто не будет нужен. Сергей с радостью согласился. Они болтали, шутили, смеялись. Оказалось, что Марина сразу понравилась Сергею, но он все не находил повода с ней заговорить. А тут Марина сама сделала первый шаг. Если бы Марина могла повернуть время вспять, она бы, конечно, не была бы такой глупой. Ночная смена уже давно закончилась. Зав. Отделением застала Марину спящей. Медсестра выглядела странно. Она как будто не помнила, что уснула, и вообще с трудом понимала, где она и что происходит. Когда человек много работает, в какой-то момент, особенно в ночные смены, он может себя загнать до такого состояния, что, по сути, он как бы проваливается в сон на очень короткий промежуток времени. И когда начинается этап нервного истощения, человек действительно может пропускать вот эту границу между явью и сном. На самом деле, этот сон мог занимать 3-5 секунд. Но в этот момент она проживала целую жизнь. Марина была в отчаянии. Видимо, что-то пошло не так. Неужели она перепутала чашки? Зелье сработало, но она привязала себя к Сергею. Они были вместе в ее снах, но не в реальной жизни. Что же она наделала? Марина хотела только одного – скорее снова встретиться с Сергеем, тем, который любит ее одну. Она пришла домой, легла на диван и уснула.
наконец-то они вместе. Сергей был таким нежным, близким и родным. Но в один миг превратился в настоящего монстра. Он преследовал ее, и как ни пыталась Марина убежать от него, Сергей настигал ее повсюду. На этот раз ее нашла Катя. Девушка еле-еле разбудила Марину. Когда она очнулась, в ее глазах застыл страх. Вообще, по своей структуре, то, что мы видим в этой истории, очень похоже на появление этого инкуба. То есть это сущности демонической, которая питается определенной сексуальной энергией, да, любовной энергией человека, и сжирает его. По большому счету, тут, значит, и инкуб полностью овладел сознанием и телом данного объекта, то бишь этой барышни, да, вводит ее в сонное состояние. То есть человек отдается сам. Он сам туда хочет, он сам этого ждет, он сам этого, ну, как бы, он это, ну, как сказать, он это притягивает к себе и отдается самое сладкое. То есть, в конце концов, это, ну, неизменно закончилось бы летальным исходом, то есть человек просто бы умер, он весь бы вытек. Нужно было немедленно все исправить. Марина бросилась в палату, где лежала колдунья. Но ее кровать была пуста. Соседка знахарки сказала, что ее выписали накануне. Марина понимала, ей нельзя засыпать. Но усталость накопилась, и она против своей воли отключилась. Сергей снова ласков и нежен. Но уже через мгновение перед ней оказался тот же мучитель. Он был беспощаден. Она хотела его привязать. За это он убьет ее. Ошейник плотно стянул горло. Марине не хватало воздуха. Она потеряла сознание. Состояние Марины было тяжелым. Ей пришлось пробить трахею, чтобы она смогла дышать. Врачи еле откачали бедную девушку. Никто не понимал, что с ней произошло. Рядом с Мариной нашли ее дневник. Может быть, он прояснит, что случилось с медсестрой.
Сергей был в недоумении. В тетради история их с Мариной любви. Так это она из-за него чуть не погибла. Дуреха. Она же ему и так нравится. Большинство девочек знают закон и поцелуют спящую принцессу и разрешит ей проснуться. Поэтому, когда она увидела героя своего романа близко, вживую, да еще и он не отвернулся от нее, как от страшной некрасивой мыши, он не поругал ее, как злой демон, он был живым человеком, который на нее смотрел и говорил: «Просыпайся, красавица. Будем вместе жить». По сути, это был поцелуй спящей красавицы. И поэтому, получив разрешение быть красивой, получив разрешение быть достойной, конечно же, у нее появилось первое, что должно было появиться, это желание жить. Желание жить, любить и быть счастливой. Марина не хотела вспоминать, как по собственной глупости едва не простилась с жизнью. Теперь она понимала, нельзя прибегать к магии и колдовству. Тот, кто предназначен тебе судьбой, найдет тебя. Нужно просто верить и ждать. Любовь – одно из самых прекрасных чувств. Наша героиня сумела вырваться из плена фантазий и увидеть рядом с собой того единственного, с которым будет счастлива всю жизнь. Как бы ни хороши были наши мечтания, но реальная жизнь все-таки прекраснее. Не забывайте об этом. С вами был Виктор Вержбицкий. До новых мистических историй на канале ТВ3.